Всем привет! Приветствую вас на канале кулинарных рецептов про вкусняшки. Сегодня мы будем готовить таранку. Этот вкусный соленый деликатес принято подавать с пивом, но в детстве мы с огромным удовольствием лакомились ею просто так. Для приготовления таранки нам потребуются следующие ингредиенты. 1 кг свежей речной рыбы, крупная поваренная соль. Чтобы приготовить таранку, необходимо сначала рыбу помыть, очистить от внутренностей, вынуть жабры и еще раз хорошо помыть рыбу. Чистить чешую не нужно. Сложить рыбу в эмалированную посуду. Далее подготовленную рыбу хорошо обсыпаем солью со всех сторон. Засыпать соль также и в живот, и в жабры. Накрыть рыбу тарелкой и плотненько прижать. Посуду с рыбой отправить в холодильник или в другое темное холодное место. Периодически рыбу нужно переворачивать, чтобы она равномерно просолилась. Мелкую рыбу массой около 100-150 грамм нужно держать в емкости с рассолом 1-2 дня. Для просаливания рыбы средней величины 0,5-0,8 кг достаточно будет 3-4 дня. Рыбу массой более 1 кг лучше просаливать 5-7 дней. Индикатором хорошей просолки рыбы служит прекращение обильного выделения рыбой сока и отсутствие запаха свежей рыбы. Когда рыба хорошо просолится, необходимо просушить каждую тушку бумажной кухонной салфеткой. В брюшко крупной рыбы лучше установить распорки. Нанизать рыбу на кулинарную нитку и с ее помощью повесить сушиться рыбу в теплом проветриваемом месте, защищенном от прямых солнечных лучей. Для защиты рыбы от мух и других насекомых необходимо обмотать ее марлей. Продолжительность сушки таранки может сильно отличаться в зависимости от величины рыбы и температуры окружающей среды. Мелкая рыба будет готова через 2-3 дня сушки. Рыбу среднего размера нужно будет сушить примерно неделю. Для сушки крупной рыбы может потребоваться 2 недели. Чтобы оценить степень готовности таранки, можно отломать и попробовать перышко возле головы. Если оно достаточно сухое и ароматное, таранку можно снимать и кушать. Наша таранка готова! Попробуйте приготовить ее и вы! Жду ваши отзывы и комментарии. Подписывайтесь на мой канал, чтобы узнать еще больше интересных рецептов вкусняшек.